Здравствуйте, меня зовут Татьяна Леонидовна Долматова. Я руководитель нейропсихологического центра «Вектор развития». И сегодня я представляю наш проект, который так и называется «Вектор развития». В чем же актуальность нашей проблемы, да, и вообще нашего направления, той проблемы, которой мы занимаемся? В первую очередь, на сегодняшний день растет количество детей, которые имеют неблагополучие в нервной системе и нарушения в развитии психики, психические нарушения. Обусловлено это разными причинами. И вот такие дети, они неоднородны по своей категории, они есть разные. Есть дети с легкими нарушениями, это, например, когда ребенок умный, интересный, хороший, веселый, но вот он почему-то к 3 годам не говорит. А есть дети с более сложными нарушениями, например, такими, как детский церебральный паралич, аутизм, умственная отсталость и многие другие нарушения, которых сейчас становится, к сожалению, все больше и больше. И вот в вектор нашего внимания как раз и попадают эти дети с различной степенью неблагополучия и их семья. С чего же у нас все начиналось? Начиналось у нас 5 лет назад с маленького кабинета в старинном особняке на улице Собинова. Там у нас был один кабинет, в котором я начинала свой прием. Я имею академическое образование, специальная психология, клиническая психология, также нейропсихолог и эрготерапевт. Начинала я свой прием 5 лет назад, и на сегодняшний день у нас появился уже центр, в котором есть не один кабинет, а несколько, и работают такие специалисты, как нейродефектолог, нейропсихолог, логопеды, дефектологи, семейные психологи, психотерапевты, кинезиологи и сурдопедагоги. На сегодняшний день у нас стоит интересная, где-то трудная, но достаточно важная задача – это открытие клинического направления в нашем центре. Это привлечение медицинских работников, специалистов высокого уровня к проблемам, о которых мы уже говорили, да, к проблеме развития и коррекции ребенка. Так как нейропсихологический подход подразумевает комплексность, как медицинское направление, так и психолого-социальное, поэтому нам очень нужны медики. Это такие, как неврологи, такие специалисты, как неврологи, такие специалисты, как педиатры, психиатры, детские врачи-психотерапевты. Поэтому у нас сейчас стоит такая важная, интересная основная задача – открытие клинического медицинского направления в нашем центре. Что еще нам даст вот это, да, направление? Очень часто к нам родители обращаются, которые, ну, скажем, прошли ад в круг специалистов и не получили нигде квалифицированной помощи. В нашем центре родители могут получить комплексную квалифицированную помощь уже всех специалистов, невролога, например, логопеда, кинезиолога и психолога. То есть будет укомплектован полностью штат клиника психолого-педагогического состава специалистов. В этом плане мы уже провели переговоры с кафедрой педиатрии нашего Ярославского государственного медицинского университета. С нами активно и охотно сотрудничает неврологическое отделение областной детской клинической больницы. С нами сотрудничает неврологическое отделение 150-й детской больницы города Москва. С нами сотрудничают нейропсихологи и неврологи Италии. В принципе, я считаю, что психологическое здоровье ребенка – это будущее здоровье нации. Благополучие семьи – это благополучие страны. И вот мы в этом пути идем, развиваемся. И я думаю, что у нас